что-нибудь ставили, какую-нибудь вакцинацию? Вообще ничего не ставили. Кошке-мышке всего 5 месяцев. Все это время пушистый любимец из дома не выходил. Хозяева боятся, что животное заразится чем-нибудь на улице. Поэтому сомнений, ставить или нет, прививку от бешенства не было. Прививку решили поставить, потому что член семьи, бешенство, как и насколько я знаю, передается людям, опасное заболевание. Поэтому решили не рисковать. На природу, еще дети. На природу куда-то, в огород, берете с собой? Ну, она еще очень маленькая, но в следующем году, думаю, что да, летом возьмем. Еще, чтобы ее беречь. Несколько недель назад самарины подобрали эту кошку в своем подъезде. Пожалели. Первым делом избавили пушистую красавицу от паразитов. Дальше по плану прививки и поиск нового дома. Ищем дом, чтобы пристроить. Решили провакцинировать. Чтобы уже, если кому-то достанется, кто-то решится взять, чтобы уже была это с вакциной. Мы просто ее погладим вместо введения вакцины. А так никаких осложнений не бывает. Бывает небольшая вялость в течение каких-то первых часов. Российскую инактивированную вакцину от бешенства кошки и собаки переносят без осложнений. Максимум может зачесаться место укола, говорят ветеринары. И советуют 2 недели не водить питомца на прогулку. Вакцина действует год, а если кошка за пределы дома не выходит, прививку можно повторить через 2 года. В день вакцинации кошке или собаке должно исполниться как минимум 2 месяца. Перед аппликацией четвероногих пациентов осматривает ветеринар. Смотрим общее клиническое состояние, общаемся с владельцами, собираем анамнез, спрашиваем, вакцинировали ли до этого, как перенесла вакцинацию кошка или собака. И, соответственно, на основании этого ставим уже прививку, если все хорошо. В этом году в Ижевске был зарегистрирован 1 случай бешенства. В республике всего 5. Это втрое меньше, чем в прошлом году. Статистика улучшилась благодаря активной вакцинации. В этом году укол от бешенства получили уже 11 тысяч кошек и собак. Для диких животных в лесополосе близ Ижевска городские ветеринары разложили 9 тысяч съедобных вакцин. Ветеринары предупреждают, бешенство – смертельно опасное заболевание не только для животных, но и для человека. Можно заразиться при контакте с животным, должен быть покус, должен быть контакт, либо в контакте с контаминированными возбудителем предметами. То есть это слюна могла находиться на траве, на обуви, еще где-то. Животное проконтактировало и, соответственно, может произойти заражение. Ветеринары продолжают выездную работу. График вакцинации можно узнать на сайте городской администрации. Кроме того, ежедневно бесплатную защиту от бешенства можно получить на городской станции по борьбе с болезнями животных. Да ладно тебе, ты чего? Анна Ковырзина, Юрий Зелененький. Новости.